Друзья, экстренное включение. Смотрите, мне сейчас стучат в дверь. Тут глазка нет, глазка нет. Но тут есть, я вот видел тут через эту щель. Где эта щель? В общем, там видно, что стоит какая-то женщина и какой-то парень. Я так понимаю, это мама Грифера. И, видимо, меня как-то нашли. О! Вы зачем так стучите? Ладно, без проблем. Во-первых, это невежливо. Здравствуйте. Добрый день. Вы что так настукиваете-то? Дверь все-таки... Да. Она железная. Да, железная. Добрый. Можно мы войдем, пожалуйста? Друг, если ты хочешь снимать ролики анти-грип-шоу так же, как я, и выкладывать их на свой канал YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере SergioCraft. У тебя будут практически все права опки. На привилегию действует скидка 97%. Осталось всего лишь один день. Скоро мы эту скидку берем, и вместо 500 рублей привилегии будет стоить 6000 рублей. У тебя будут все права. Ты сможешь менять себе префикс. Ты сможешь влезать в чужие регионы. Ты сможешь банить гриферов, кикать, сажать их в тюрьму, превращаться в любого мома, вычислять IP грифера с помощью команды SIN. Просто куча привилегий, куча возможностей, которые вы сможете использовать для снятия веселых роликов анти-гриф-шоу. Приветствуются все ютуберы на нашем сервере. Снимайте, выкладывайте. Я сам владелец сервера, сам поменял себе префикс ютубера и сам, как владелец сервера, снимаю ролики. Поэтому я рекомендую, ребята, становитесь владельцами, снимайте ролики. Всех жду, снимайте вместе со мной, я буду очень рад. IP в описании ролика. Всех жду, ребята. Всех жду. Войдем, а вы вообще кто? Как бы я почему должен вас вообще в квартиру свою пускать? Как бы? Можно камеру опустить, нет? Извините, не могу, потому что я ко мне кто-то ломится, я почему должен камеру опускать? Мне как доказать? Тогда хотя бы глаза поднимите, можно мне на вас посмотреть? Да, да, конечно, да, да. Не, ну ладно, проходите, проходите. Спасибо большое. Да, я думаю, вы уж... Мне оружия нет, я вас не вижу. Да, я как бы... О. Да, это он. Что случилось? В смысле, это он? Да. Вы у меня 500 рублей забрали, верните их, пожалуйста, спокойно. Так, стоп. 500 рублей? Какие 500 рублей? Прям... Стоп. Значит так, вы взяли у ребенка 500 рублей. Пожалуйста, верните. Вообще доказательства есть. Какие доказательства? Вообще о чем? Ты, я так понимаю, на SergioCraft играешь или что? Да, я играю на SergioCraft. Ну и что? Как я у тебя забрал? Я не могу забирать 500 рублей деньги, я ни наличные вообще не забираю. Ну, наврал вообще. Я сниму просто объясни ему, покажи, где он снял эти деньги, и сейчас он все отдаст. Я надеюсь. Если он нормальный человек, он все отдаст. А если не отдам, я не нормальный человек? Нет, ну если вы не отдадите, это уже другой разговор. Ну я так понимаю, вы мама, да, не тетя? Да, я мама. Извините. Не, ничего страшного. Ну, показывай, что показывает? Что мне собрался? Где у тебя там? Сейчас, покажи. Может, он вообще... Насколько я поняла, у него в игре были деньги. И они ему были для чего-то нужны. Я не знаю, для чего. Но они у него исчезли. Он говорит, что это вы у него взяли. Мам, у него канал есть. Вот, видишь? Это его канал. Какой канал? Покажи. Вот. Это твой канал, да? Ну, мой канал, да. Ну и что? А вы ему верите на слово, да? Вот это его сайт. Вообще, какой, знаете, сайт? Я своему ребенку буду верить, да. Покажи. Я это... на этом сайте покупал привилегию за 500 рублей. Вы но это правда, это правда. Это мой сайт, это но мой если канал. Если он купил привилегию, подождите. Стоп, ну так, он нарушил сервер, нарушил он правила сервера вообще. И поэтому он был лишен привилегий. Это игра, какие там могут быть правила вообще? А. Стоп, если он купил, это должно быть его. Если он купил, если он за это отдал деньги. О, там... Какого, извините меня, прошу прощения, почему эти деньги кто-то должен был украсть? Нет, деньги не украдены. Привилегия снята, потому что там условия есть. Если ты нарушишь правила сервера, привилегия аннулируется. Есть предупреждение, он их нарушил. Я не знаю, какой... Стоп! Вообще, как вы меня нашли? Вообще, как вы меня нашли? Вот это мне сейчас... Если ты можешь собирать привилегию, я думаю, ты знаешь, что на сервере есть такая команда. Син и твой ник. И там IP пишет, и сразу помогает. И что, ты хочешь сказать, прям реально нашел? Да. Ну вообще, как бы в компьютерах не только вы разбираетесь, наверное. Надо что-то с этой привилегией делать, конечно. Так, но это другой вопрос. Вы от меня что хотите? Я хочу, чтобы вернули ребенку деньги. 500 Если рублей. Он нарушил правила, назовите, какие правила он там нарушил. Деньги там были написаны. Ну вообще. Я так понимаю, вы не разбираетесь конкретно в игре, да? Нет, ну извините меня, если вы покупаете любую услугу, приходите вы в кафе, покупаете чашку кофе, даже если написано, там, грубо говоря, там, курить нельзя, вы начали курить, у вас эту чашку кофе никто не заберет. Нет, смотрите, а если люди покупают машину, людей сбивают, что? У них машину не забирают. У них свободу забирают. У них права забирают или свободу забирают, но это другой вопрос. Но машину, которую они купили, у них никто не забирает. Так что будьте любезны, деньги вернуть. Вы можете там предупреждение какое-нибудь выставить. Или что он там купил, вернуть.
Это, слушайте, это нонсенс какой-то. Услуга оплачена, она должна быть получена. Смотрите, если я... правила нарушены, ну, внесите его там, я не знаю, в черный список, еще что-то. Но я и услугу внес. Вы должны оставить. Ну, нет. Услугу нет, вы не нет, должны оперить. Смотрите, если я вам скажу, что он гриферил, банил, кикал. Я не понимаю, что вот, это значит. Вот незнание не освобождает от извините ответственности. Извините меня, пожалуйста, давайте говорить другим языком, чтобы я тоже понимала, хорошо? Хорошо, он портил жизнь другим игрокам, и там это тоже... Это компьютер, как там можно испортить жизнь вот, конечно, игрокам? Если так относиться к людям, то всегда будет вот так вот. Это, конечно, это игра, а то можно делать, что хочешь, а как же воспитывать детей? Так, стоп. Давайте вы нам даете 500 рублей, и мы уйдем. Может сразу 1010 вам отдать? Нет, 1010 не надо, давайте просто верните ему эту несчастную его привилегию, и мы пойдем, потому что, слушайте, ну времени уже как-то. Слушайте, ну я тоже как бы... Какой у тебя ник был? Я не помню, я многих забираю, потому давайте, что... Давайте, да, ты ему покажи, там, ну, у тебя есть в телефоне, там, включи ему, кто ты там, чего ты там, может, он действительно не понимает, может, мы зря тут на человека... Что тебе включить? Надо, чтобы ты мне 500 рублей вернул? Нет, стоп, покажи я ему, я кто ты такой, где у тебя деньги исчезли? Не, он сайт уже показывал, в принципе, он, как, тут сейчас у него компьютера нет, ему трудно показать, но я, если привилегия снята, значит, она снята мной лично. Так не просто так. Вы же тоже человек, вы же тоже можете ошибаться, правильно? Ну, там трудно ошибаться. Ну, бывает ошибка, системный сбой. Нет, я нет, не знаю, я лично наблюдаю, вижу и снимаю привилегии. Я не, там нет никого. Мне неудобно через камеру. Смотрите, давайте так. Вы нам даете 500 рублей, и мы... Все, я не играю на вашем сервере, не буду там никого... Да. Правила нарушать. О, кстати, это прекрасно. Даже в самолетах нарушителей просто в следующий раз не пускают. Но никто у них деньги назад не требует. Давайте это, давайте все по-честному. То есть вы хотите, чтобы он вернул деньги? Конечно. То есть не важно, что он нарушил? Подождите, слушайте, ну, вопрос о нарушениях. Да, я понимаю, ну, возможно, он что-то там сделал, еще что-то. Хотя я не представляю вообще, что там можно сделать. Ну, он представляет, но... поверьте. В любом случае, это всего лишь компьютер, а деньги настоящие. Поэтому, если услуга оплачена, она должна быть либо выполнена, либо за нее должны быть возвращены деньги. Я не понимаю, там какие-то квитанции чуть есть? Ничего нет, да? Электронная квитанция у тебя была? Ты вообще, ты доказать за, можешь, за, что? За что-то? Оплату. Наверняка не потерял, да? На сайте наверняка сохраняется. Не, на сайте... Подожди, ты когда переводишь деньги, там идет этот платежный документ. Да. У тебя есть? Нет, ну, конечно же. Почему нет? Ну где он у тебя? Ты его сейчас с собой принес? Вот вы ко мне приходите и что? Может, вы вообще меня обманываете на 500 рублей, не знаю. Здрасте, пожалуйста. Вот мне вот прям вот смысл моей жизни. Прийти к вам, тратить. А у вас, деньги, а вот у него смысл жизни такой, может, и есть. Я же не знаю вашего. Давайте пальцем не тыкать в ребенка. Ладно? Да, ладно. Вам сколько лет? Немало и немало. Немало, а ему мало. Совесть надо иметь, наверное. Ладно, я больше не буду, если я обидел его, я не буду больше тыкать. В общем, 500 рублей отдадите, нет? Честно говоря, уже не хочется. Значит так. Давать нет, я ничего. А если тогда мы приходим к такому выводу. Вы мне нормально, внятно не объяснили. Да, я так и не поняла, в чем это дело. Значит так. Вот я не хотела за 500 рублей это делать, вот честное слово. Мы приходим домой. Ты находишь эту бумажку или электронную квитанцию или чего угодно. Мы идем в полицию, пишем заявление на... Несчастный 500 рублей, если этому дяденьке очень хочется связываться вообще вот с этим всем ради несчастной одной бумажки, ну, конечно, мы это сделаем, мама потратит время, мы пойдем, мы все это сделаем, и потом еще и в суд подадим за судебные издержки и за потраченное время. Спасибо вам большое. Все, да, хорошо, спасибо. Если вам не лень, да. Нет, мне не лень. Всего доброго, да, все, до свидания. Надеюсь, мы больше вас не увидим. Так, ну это надо обдумать сейчас, да, так. Оценил ситуацию, сидел, думал над этим. Мама пришла с грифером домой, у меня такое, конечно, впервые, у меня такого еще не было. Я специально зашел на сервер посмотреть, может быть, я у кого-то сейчас отобрал привилегии недавно, я потому что не часто их отбираю. Но нет, за последние дни я ни у кого ничего не забирал, не знаю, ну трудно тут по нику просто найти, он ни ник, ничего не назвал. Не хочется, вот таким не хочется мне отдавать деньги, потому что само по себе поведение вот это, если отобрал, значит не зря, правило, сервер есть. Вот тем, кто вдруг не знает, да, вот есть привилегия сервера, вот владелец сервера.
Он ее купил за 500 рублей по скидке, я так понимаю. Вот. И я ее у него отобрал, потому что нарушал правила. Да. Ну, значит, есть за что. Поддержите меня, если вы считаете, что я правильно поступил. Поставьте лайк. Я просто сейчас... Ну, я уже не совсем удивлен, потому что за мою историю съемок уже такое было в жизни. То, что ко мне пришла мама и с грифером, это меня уже не особо сильно удивляет. Кстати, как он меня не нашел? Он, вот видите, привилегия есть вычислить IP-грифера, СИН. Короче, меня так вычислили. Он прописал СИН мой ник и меня вычислил. То есть владелец сервера в какой-то степени пошел ему на пользу. В общем, друзья... Я не боюсь их, мне плевать, честно говоря, что они будут делать, куда они идти будут, полицию или что еще. Заходите на сервер, я жду всегда добрых игроков. Я здесь раздаю админки бесплатно, и вы можете получить админку бесплатно. Просто пишите команду free и получаете админку, вот, бесплатный донат, и получаете донат либо за время, либо за убийство. Все очень просто. IP в описании ролика, всех жду, всегда буду ждать. Надеюсь, вы хороший игрок, добросовестный. И также тоже, знаете, с владельцем сервера снимайте таких гриферов, ловите их и можете тоже их вычислять по IP. Вот. А то, что меня грифер нашел, это... ничего страшного, я не боюсь такого. Спасибо всем и всем пока, друзья.